Наконец-то новая зубная щетка. Старой пользовалась почти полгода, пока волоски все не выпали. А это новая зубная паста. Кстати, она мне очень понравилась. Она потому что очень прозрачная. Гель, ну, наверное, это и есть гель. А это завтрак субботний. Так хотела пиццу, но в магазине была только маргарита. Все остальные были большие по размеру, но я подумала, что я просто не съем. Это какие-то новые вафли. Ну, в принципе, нормальные. Ну, по-моему, они очень детские. А это с клубничной начинкой. Ну, как в детстве.